Если вы смотрите это видео, то попали на мой канал, с вами Дрейфер, добро пожаловать обратно в Lich Brave Souls. Сегодня у нас опять зоны, но сегодня они у нас синие. Против красных. Поэтому давайте мы с вами их пройдем. Так, пора будет вот это, ой, вот это проходить. И вот это, потому что это надо будет 30 раз пройти. Да-да. Вы не... Да-да, не удивляйтесь. Итак, давайте. Превьюшку с бабахой, может, сейчас. Вот она. Возьмем. Ну, тут будут у нас, конечно же, синие бутылочки. Ой, в смысле, красные бутылки. Играем за синих персонажей. Вот. Поэтому, да, давайте будем играть за Кенпачи. А Ичига будет на ульту. Итак, берем с собой, наконец, синих. Возьмем Фокси. И погнали. Ну чё, погнали. Ой, это будет дико изи, мне кажется. Да уж. Соты тут, конечно, изичные. Но смогут ли... Сможет ли Кен порвать 120-й? О. Воу. Тут скиллы часто использовать. Не пораниться о врагов. Да. Довольно просто. Ой, помните, да? Мы записывали точно такие же бутылочки тогда. Когда они только появились. Там были только такие. О, как он Кен бьет по одной хп. Итак, я тогда на дико лагающей игре был, потому что у меня был Лазет Рекордер. Тогда. Смотри, как он разносит просто. Да. Последний этапчик, потом будем 120-й. Смотри, даже не лагает почти. Ну, неудивительно, что тут не 60 FPS все-таки телефон. Не прям такой уж гипермощный, чтобы тянуть на 60 FPS. Вот на 30-ку, да. 40 там, не знаю. Но 60. Нет. Может, если я, конечно, уменьшу график, там, не знаю, тогда да. Чё, офигели, что ли? Чё, тяжело артиллерию брать придется? Ну, ладно.
Хорошо, сами просились. Слишком дерзкие, ребят. Тут же надо не помереть. Итак, трикинпачи. Ну, я, наверное, возьму ичим. Все. Изи. О, знаете, кем мы будем проходить? Завтрашний. А, нет. Послезавтрашние бутылочки. Мы будем проходить за Ируич. Я ее прокачаю на высокий уровень. Выбью топовые допстаты. И все будет круто. Ну, попробую выбить, конечно. Только синие. Где? Дайте мне... Вот он, хэд-капитан Солдер. Красавчик вообще до такого, этого дошел. До высшей самой лиги. А я в треть сижу. Как лох. Да ладно, шучу, конечно, какой лох. Не сидят половина игроков. Так, ну чуть-чуть посложнее стало. Но я могу ошибаться. Да, конечно, все равно подлагивает немного. Ну а что поделать, запись все-таки идет. Конечно, не 1080, потому что памяти немного. Так, бустаемся. Что ж ты этих-то бьешь? Давай, последний урон с бустом был. Вы чё? Да вот ты задолбал, тупой урод, блин, а? Вот этого надо сначала убить. Самый дерзкий. Ты скотина! Не, вы чё, я за Кена все пройду. До конца. Попробую, конечно. Да как ты попал, скотобаза тупая? Начали вот этого. Чё комментировать? Не знаю. Вначале надо крутящегося убить. Потом вот этого. Что он в броне? Не будем рисковать лучше. Давайте за Ичига пройдем. Я не хочу рисковать. Тратить время.
на этих слабаков. Ну-ка, сейчас вот сюда встань, смотри. Вот, две волны сразу, смотри. Завалили. Вот что называется. Топ in the world. Еще БСП побольше вообще бы. Легко. Блин, это все зайчик может проходить. Ну и Кену, конечно. Сюкнаритина. И мы прошли с вами все зоны. Насколько мы прошли эту зону? За 4 минуты. Нормально. Так, еще красненьких набили. Не лили. Сколько мне там для барганчика-то надо еще? Чтобы на второй уровень линк прокачать. Все-таки PvP персу надо бы как можно лучше качать сейчас. О, надо 44. Десяточку еще. Ой, 11 еще надо. Ну ладно, на этом все. С вами был Драйфер. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вступайте в группу ВКонтакте. Следуйте по всем ссылочкам в описании. Обязательно найти видео, которые будут показаны на экране. Всем удачи и всем пока.